Снимаю видео еще одной виллы на Нанами. Давайте зайдем посмотрим ее. Вилла трехспальная. Вот так выглядит гостиная. Есть телевизор, очень просторный. Есть кондиционер. Стол обеденный. В потенциале обеденный. Есть куда положить вещи. Так, вот первая спальня. Очень просторная. Есть москитные сетки. Установлен кондиционер, шкаф. Вот так вот выглядит ванная. Все сделано как надо. Вода не будет утекать по всему санузлу, а будет утекать именно в слив. Очень хорошо сделана раковина. Есть зеркало. Первая спальня на 5 с плюсом. Вторая спальня. Есть кондиционер, москитные сетки, шкаф. Здесь должен быть телевизор, но его нет. Возможно, его поставят, если попросить хозяйку. Чуть поменьше. И у этой спальни нет санузла. Санузел находится еще один здесь. Также все хорошо выглядит. А вот третья спальня. Третья спальня, как вы видите, без кровати. Но если надо, хозяйка говорит, что она принесет кровать. Еще минус этой спальни из-за того, что она самая маленькая, но она также без кондиционера. Так, посмотрим, что здесь. Здесь окно, то есть можно открыть окно. Посмотрим кухню. Кухня здесь. Здесь есть вот такая кухня и есть еще кухня на улице. Потому что тайцы часто предпочитают готовить на улице. Потому что они боятся того, что запах будет очень сильно в доме оставаться. Вот. Также есть тут небольшая территория у дома. Вернемся на кухню в самом доме. Здесь есть микроволновка, плита. Так, что здесь? Здесь у нас ничего толком нет. Просто выход. Идем дальше. И попадаем на террасу. Терраса здесь очень классная. Есть крыша. Цветочки лотоса. Оставляет эта вилла очень приятное впечатление. Мне здесь определенно нравится. Место очень спокойное, тихое. И цена у этой виллы хорошая. С вами был Лев из компании Баутсамой.